Привет! Что вы читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Светлана Тюрина. Григорий Служитель – современный писатель, актер театра и кино. В 2018 году его роман «Дни Савелия» стал ярким дебютом в мире литературы. «Дни Савелия» – это история жизни про обычного кота с чередой перипетий, про кота, прожившего недолгую, но интересную жизнь. Это история про нас, про наш сложный и большой мир, где Савелий – это интеграция мыслей и чувств. И прочесть эту книгу следует потому, что это книга-событие, напоминающая классическую литературу в современной интерпретации. Как это сделал автор, можно узнать, только прочитав книгу, которую вы найдете в центре чтения Дворца книги. А вы читали «Дни Савелия»? Делитесь в комментариях.